Вот, обновил. Это все твои работы? Да. Здорово. Є одна умова. Якщо ти не хочеш, щоб Оксана Іванівна або Юля про це дізнались, ти будеш 2 місяці робити за мене всю паперову роботу. Але... Або у тебе буде секс у 3, де тебе двоє, а ти нікого. Пока маньяк на свободі, ти мене тільки охраняєш. І все. Знаете, они так похожи, но при этом такие разные. Не было возможности сравнить. Ну, Оля, она такая властная. Пока вы здесь сидите и пьете, ваша жена соблазняет моего мужа. Что, уже соблазнила? Смешно? Вам смешно, да? У меня жизнь рушится, а вам смешно? Я-то что могу сделать? Вы же обещали, мы же с вами договаривались. Так стоп, спокойно. Если бы ты был нормальным мужиком, твоя жена не бросалась бы на чужих мужей. Да, может, тебе нужно что-то сделать, чтобы твой муж не бросался на чужих жен? Да стоп, спокойно. А Вера? А Вера другая. Мне с ней легко, как бы банально это ни звучало. Ты чего не спишь? Не спится. Я люблю тебя. Это уже неправильно. Почему? Я же люблю тебя. Поехали на работу. В смысле? Сегодня ж воскресенье. Ага. Я так зрозуміла, ти теж не братимеш участь у забігу. Не дарма ви тут бос, Оксана Іванівна. Все розумієте без слів. Обережненько. Коль, зачем ти врёш? Признайся, ти їх спеціально ударив. Значить, я вру, а ти чесна? А скажи тогда, зачем тебе эти фотографии? Я мало Петьку фотографирую. Ты обманул меня с этими фотографиями. Так нельзя. Семья — это доверие. Я поступил так, как посчитал нужным. Нам не нужны его фотографии. Нам ничего от него не нужно. Ты за меня уже все решил? Да потому что кто-то должен принимать решение. Я глава этой семьи. Я за нее отвечаю. Я всегда рядом. Я вас оберегаю. Я решаю все проблемы. Но стоило только Петру воскреснуть, как это все перестало иметь значение. Алло, витаю. Для вас є проєкт. Який ваш гонорар? Блін, треба було агенту телефонувати.